Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о медовой воде. Это один из рецептов, который заслуживает огромного внимания. Рецепт очень простой. Вы купили мед. Мед у вас, он может быть и свежий, такой вот жидкий, как у меня. Может быть, уже севший мед, засахаренный. Это закристаллизованный. Это не имеет никакого значения, в каком он виде находится. Берем чайную ложку меда. Чашку доливаем кипяченой теплой воды, обязательно теплой, размешиваем мед, и мы получаем медовую воду. Очень многие пчеловоды советуют медовую воду пить утром натощак. Это действительно верно. Потому что, особенно когда вы еще ничего не поели, желудок у вас пустой, чтобы лучше эта медовая вода и все там микроэлементы и витамины впитывались в слизистую желудка. И вы выпиваете эту воду, и потом продолжаете делать свои дела, завтракаете, там чистите зубы. Говорят, что медовая вода химическому составу соответствует плазме крови. Значит, у кого, да и, наверное, у многих что-то не в порядке, то вот такая вода, она как бы улучшает нашу кровь. И, соответственно, конечно, улучшает наш организм. Но я бы хотела добавить вам второй способ и второй рецепт этой медовой воды, это вечер. Пробовала я этот рецепт сама, и сейчас рекомендую всем своим детям, мужу, тем, у кого проблемы со сном, кто приходит домой раздраженный, дерганный и не знает и не найдет себе места. Вот, допустим, за час до того, как вы ложитесь спать, когда вы уже поели, у вас там все в желудке улеглось, вы выпиваете, опять же, стакан воды медовой и ложитесь спать. Поверьте мне, что сон, вы не то, что, может быть, вы будете там спать мертво, но во всяком случае вы обретете покой, вы успокоитесь, у вас не будет никакого внутреннего мандражирования, и со временем вы ощутите, что спать вы стали намного лучше. От того, как вы будете принимать эту воду утром или там или вечером, ну, это вам решать. Как вы считаете нужным, так и принимать. Если у вас нет никакой аллергии или у вас нет сахарного диабета, то можно принимать утром и вечером. Все-таки доза чайная ложка, это доза совсем небольшая. И если вы замените эту чайную ложку, то есть сахар вот этой чайной ложкой, убавите, допустим, там чай или кофе, то ничего страшного, я думаю, что не будет. Желаю вам всего доброго, желаю вам попробовать наш рецепт, не только утренний, но и вечерний, и написать в комментариях, что вы об этом думаете. До свидания. С вами была Бабка-пчеловодка. Всего вам доброго.